Всем привет! Вы на канале Виталий Плейс, и сегодня 17 мая, а это значит что? Что я проснулся в 5 утра, и я купил новый Royal Pass. Итак, поехали. Здесь у нас все по классике, показывает нам Royal Pass 7 сезон, одежду ту, что мы уже видели по 100 раз, что мы получим в общей сумме 600 UC-шек, что будет борода и шлейф. Это оружие, которое мы видели, аватара 7 сезона и все такое. В общем, добро пожаловать в 7 сезон Royal Pass. Давайте сразу приобретем новый Royal Pass и посмотрим, что же нам в нем дают. Итак, у нас есть один Royal Pass, тот, что подешевле, Elite Upgrade и Elite Upgrade Plus. Из всего, что я выделю, это, наверное, рамка, то, что есть в Elite Upgrade Plus, но было бы... Ну, как-то глупо брать его только из-за рамки, поэтому я его и возьму только из-за этой рамки. Поехали. Конечно, покупаем. Все, у нас Royal Pass увеличен, и еще нам, по идее, дадут 25 уровней. Да, нам дают сразу 25 уровней, и давайте будем открывать. А, нам сразу же дают и рамку. Что же, перейдем к сбору наших... подарков. На первом уровне в бесплатном Royal Pass нам дают два фрагмента, а в платном нам дают вот такой вот костюм, но он явно женский, и еще дадут нам вот такой вот крутой шлем. Шлем реально очень крутой, я давно хотел такой шлем, я видел его на картинках, он реально прикольный. На втором уровне в бесплатном Royal Pass нам ничего не дают, а в платном нам дают 500 РП на следующий Royal Pass и переносной гардероб. На третьем уровне нам дадут карту улучшения BP-шек и 30 UC-шек. Четвертый уровень, опять-таки, фрагменты никому не нужные. Ну как, нужные, но не очень. На пятом уровне бесплатно нам дают еще больше фрагментов, чем в платном. Но в платном нам дают вот такую рамку. Ну, тоже на любителя. Давайте дальше смотреть. На шестом уровне мы получаем РП. Ну и в платном мы получаем... Опять-таки бипишки. 1000 штук. Ну, нормально. На седьмом ранге мы получаем 500 бипишек бесплатно. И опять юсишки. Серебро. Здесь без комментариев. Опять-таки серебро. И вот здесь на девятом уровне в платном Royal Pass мы получаем... три шлейфа, которые будут тянуться за нами, когда мы выпадаем из самолета. Но прикол в том, что каждый шлейф дается нам только на одну игру, и видеть его смогут только наши друзья. Такая бесполезная штука, на мой взгляд, очень смахивает на Fortnite, а еще она стоит в обменнике 50 серебра. Я думаю, разрабы просто выдуривают серебро. Здесь у нас кевларовая маска, она есть уже у всех. А также прикольный скин на мотоцикл. Но не знаю, буду ли я менять вообще стандартный скин на этот или нет. Посмотрим. Так, дальше у нас дается, по-моему, что? Два фрагмента и опять очки РП. Ну, не самый лучший уровень. Да, такое. По стандарту все. Пойдем на 12-й. На 12-м уровне нам дается военный ящик сокровищ. Вот это я считаю прикольно, потому что здесь может попасться какой-то крутой скин. И я обязательно открою этот ящик в конце видео. На 13 уровне у нас карта опыта бесплатная. И за плату нам дают UC-шки. Кэшбэк. На 14 уровне опять фрагменты. На 15 фрагмент в бесплатном. И вот в платном самое крутое, что, наверное, попалось после шлема. Это вот такой вот танец, такое движение. Ну, оно, я считаю, подходит больше всего женскому персонажу. Вот такой вот прикольный танец, но все мы, конечно, рассчитывали на более крутые танцы, которые были в видео доступны ранее. Мы думали, что они будут, но их, к сожалению, нету. На 16 уровне нам дают РП и дают бипишки опять бесполезные. Лучше бы нам бесплатно надавали кучу скинов, мы были более довольны. Опять бипишки бесплатно и ютишки, отбиваем наш кэшбэк, так сказать. Еще два шлейфа нам дают в придачу, чтобы мы серебро свое не тратили, желтых. Ну, пускай будут. На 19-м они вообще решили не напрягаться, дают просто серебро. А на 20-м вот дают бесплатно такие ботинки, туфли.
И на платном нам дают вот такой вот рюкзак. Вот именно этот рюкзак, который был на картинках очень много времени. Напишите в комментариях, нравится он вам или нет. Мне он зашел, мне нравится. Вот так вот он выглядит на этом костюме. Да, рюкзак очень прикольный. Не такой, как были в прошлом сезоне, разноцветные, черти что. Это более круто смотрится, более военная стилистика такая. Ну, дальше нам дают фрагменты, РП и опять-таки ящик, который я открою в конце видео. 23 уровень, опять ничего полезного, удваиваем BP-шки, получаем наш кэшбэк. На 24 уровне нас бесплатно вообще ничего не дают, заплатно дают фрагмент. На 25 уровне бесплатно нам дают 2 фрагмента, а за деньги нам дают вот такой вот скин на QBZ. Прикольный скин, сделанный под золото, наверное, и будет сочетаться со скином на мотоцикл. И на 26 уровне нам дают РПшки и БПшки, это будет мой последний уровень на сегодня. Я скажу честно, хотел вкачать до сотки, но потом посмотрел РП до конца и понял, что, наверное, я не буду. Вот 5 сезон я бы вкачал до сотки. Напишите в комментариях, хотели бы вы видеть, как я вкачиваю РП до 100 уровня или нет. А вот тот самый скин на самолет, который мы видели уже 100 раз, дается нам на 30 уровне платного Royal Pass, конечно же. Ну и здесь таких прикольных вещей больше нету, разве что вот такая аватарка, но она мне не нужна. Мы знаем, как менять аватарки на свои любимые. Кто не знает, посмотрите видео у меня на канале, поймет, о чем я. И вот на 40 уровне бесплатно нам дается вот такое крутое движение. Оно реально прикольнее, чем вот этот парашют, который дается нам в платном Royal Pass. Ну и дальше тут из прикольного нету ничего. Шлем, он даже не одевается, потому что у меня сейчас другой шлем стоит. Не хочу даже менять, он голимый. И вот такой вот костюм, тоже я считаю ни о чем. Прикольнее будет получить вот тот бесплатный скин на дробовик, который дается абсолютно бесплатно нам. На 60 уровне костюм и скин, ну не знаю. Опять нам дается аватара. Бестолковые эти шлейфы. И вот только на 70 уровне в платном Royal Pass дается борода. Естественно, она больше подойдет мужскому персонажу. Ну не знаю, может и женскому кто подцепит. Вот такой костюм, естественно, для женского персонажа дается нам. И аж на 90 уровне нам дается тот самый калаш с изолентой, как все говорят. За него стоит побороться, он очень крутой. И, естественно, два костюма, штурмовой отряд и городской сборщик. Я не знаю, напишите вот реально свое мнение в комментах, какой вам больше нравится, потому что мне нравится больше городской сборщик почему-то. Вот таким вот получился мой обзор на Royal Pass 7 сезона. И давайте сразу же откроем те ящики, которые я получил в начале. Может, там мы выбьем что-то прикольное. Так, попытка номер один. И у нас выпадает футболка. О нет, рубашка полицейского. Теперь я буду мистер полицейский, робокоп. Давайте я сейчас ее и одену и покажу, как она выглядит на персонаже. Выглядит она примерно у нас вот так. Ну, как раз под гамбургер подходит. И поехали сразу ко второму ящику. Чем быстрее откроем, тем лучше. Открываем второй ящик. И здесь у нас... И здесь у нас... Серебро! И батарея! Ребята, это знак, что стоит заканчивать видео. Если из такого ящика нам попалась разряженная батарея 10%, то это явно знак. Вот таким вот получился мой обзор на 7 сезон Royal Pass. Напишите в комментариях, какой сезон круче, 6 или 7, или может какой-то на ваше усмотрение. А также напишите, хотели бы вы, чтобы я разыграл Royal Pass, и как именно я должен его разыграть. На этом все. Подписывайтесь на канал, нажимайте в колокольчик. Всем пока!